«Подари частичку доброты». В городском парке состоялась благотворительная ярмарка игрушек, основной целью которой стал сбор материальной помощи для маленькой Алины Боруцкой. У девочки поражение центральной нервной системы. Ей необходима срочная диагностика в Москве. Репортаж Марка Брюшко. Тем самым мы воспитываем своих детей к добру и любви. Медине Рамазан всего 5 лет, однако она уже понимает, что помогать людям – дело благородное. Выступить на публике для девочки не составило труда, тем более рядом со сценой стояла ее мама. Я считаю, что такие акции должны проводиться. Дети – наше будущее, они достойны быть здоровыми, счастливыми, любимыми детьми. И наша дочь к этому всегда стремится – помогать деткам и взрослым. Да, котенок? Ярмарка уже третий год подряд собирает в Центральном парке тех, кому не чужды такие чувства, как доброта и милосердие. В этот день любой желающий мог купить понравившуюся игрушку. Их, к слову, собирали всем миром. Заместитель руководителя Центра волонтерской работы команды Евгения Хмелевская рассказывает, какую цену заплатить за плюшевых зверей человек решает сам. Зная, что деньги пойдут на благое дело, люди не станут проявлять жадности, наоборот, откроют свои сердца доброте. В этот раз это девочка Алина Боруцкая. Ей 6 лет, ей ставят диагноз ДЦП, но полностью этот диагноз не подтверждается. Лечение не дает результата, и врачи советуют родителям съездить на генетическую экспертизу. И вот самая минимальная экспертиза будет стоить диагностика в Москве 10 тысяч долларов. 700 есть! 800! 900 тенге, хорошо? Сотни карагандинцев пришли в парк и поддержали акцию. Публику развлекали концертом местной самодеятельности. На протяжении мероприятия в парковой зоне велась продажа воздушных шаров. Для самых маленьких бесплатно работали мастера аквагрима. В перерывах между выступлениями для азартных гостей и участников проводились аукционы. На торги выставлялись наиболее крупные мягкие игрушки. К примеру, вот этот медведь ушел с молотка за 3000 тенге. Всего по окончанию акции общими усилиями было собрано свыше 125 тысяч тенге. Айнура Исматулаева тоже купила игрушку своему ребенку. Женщина уверена, что подобные акции способствуют проявлению добрых качеств и характера человека. Да, я сегодня купила игрушку, хотела помочь девчонкам, чтобы сделать. Надо сделать такую акцию почаще. Мероприятие продлилось более 3 часов. Надеемся, что все собранные средства помогут маленькой девочке, а проданные игрушки доставят их новым владельцам много радости и удовольствия. Марк Брюшко, Айрат Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.